Много огромных приводов. Я уже. Очень-очень большая поляна. Что он там сказал? Мы в Москве играли в Одессе. А, еще один. Я играл в Одессе. В большом поляне. Я говорю, сейчас я сколько в Москве. Вон, не забери его, а то потеряете. Ну, значит, все. А, я могу сделать, да? Если ты не знаешь, или нет. А мы срок. Так что? Я вот на год моложе, я 92-го. Вот ты прям это, типичный детский парень. Я говорю, Славик там прям, он такой же худой, блин, гречка. Так я не тоже говорю, только буду говорить. Да. Я лично не говорю, детский парень. Как только не стараюсь, ничего не получилось. Ну да, я учился, и короче, и там уже работал, а потом вот как-то сюда мы когда приехали, я уже начал искать ничего. Стройки я, знаешь, как шутка такая. Ну, я не знаю, я вообще все не знаю, я вообще учился с студиями на графике. На траке, это ж ты представляешь, как семья. Ну и другой вопрос. А он тоже, он трак, что ли? На Я отучился и потом работаю. Мне 10 лет уже, вот в этом году, в прошлом году было 10 лет стажа. Ну, говорю, ты видишь вот это. Да, видишь технику. Да, потому что у меня брат Денис такой на предприятии, я такой далек от Гермеши. Он молодец, он нашел там стакарный, но у нас на лето мы турбины наши пишем. Он просто сюда. Вот эта деталь не жалую, я как он приносил, говорит, вот деталь. И сейчас он действительно рисовал. Все, турбины прикают, сколько у них. А небо там, он говорил, это вот, очень слабый мир. Он не сохнет. Понятно. Ну, ты знаешь, так вот. Тут-то все как бы очень так, как сказать, ну, я долго привыкал, потому что это частное предприятие, где я сейчас работаю, на частника, и там нет чертежей, там как бы от руки, что тебе нарисовали, примерно вот так сделать, и ты уже додумываешь, как бы тут на самом деле. Ну, мы-то зарплату не Не, я говорю, видишь, как Господь так реально повел, вот реально просто пошел, даже. Так, ребята, за мной много, давайте меняться! Вот, поэтому я говорю, карайся, опоздал, не опоздал! И американец, я так понял, просто меня не особо дефицитная профессия. Четыре человека стоит! Он не отжал, но как бы
у него до этого никто там не делал, он сам это делал. Ну я правильно говорю или нет? Ну, тебе вопрос. Все верно. Не, ну, уже 10 минут прошло. Ну да, куда сам вообще? Я? С Украины, Черкасская область, село Русская Поляна. Все. А то когда забиваешь, то надо сказать, скажи, что у села. Ильяна, село называется Русская Поляна. Это русская. И до сих пор не переименовали. Молодцы. Если побегу, то я тебя умру. Поэтому говоришь, да? Это трошки заходит. Да, все. А я уже. Короче, кто опоздал, тот не будет меняться, понял? Федина стратегия, кто опоздал, тот не меняется. Я не за себя говорю! Я не за себя говорю, что... Это я 1-0. Пас, и все! Супер! Вот три стоят, я опоздал, я буду четвертым. Все, сап. Что, забыл? А где еще два? Федя, а где два еще? Привет. Обманное движение. Ты забил, да, или что? Лига. Я здесь, понимаешь, ты на Феде наезжаешь, он и говорит, за меня нету, надо вовремя приходить. Это последняя игра у нас, да, Витя? О май гаднес, я тогда просто последнюю поуболеваю, походу последняя, да? Джаска или не могу? Сап! Фидя, что ты вышел, Фидя? Ну стой с ним сзади! Вот, финиш, да? Милана! Меня же комментировали постоянно. Ты галку любишь? Постоянно. Ну это тебе говорить, что надо сюда перейти. А ты? Говорит, мы до озера выходим. Ну не то слово. У нас только одна речка там выходит. Самое интересное, что... А зачем? Я клип. Если ты у босса ты снимай и не зови. Я потом сам приду. Даже если больше чуть-чуть. Окей? Самое интересное, что их можно понять, понимаешь? Федя, ребята ждут, холодные. Не я. Блин, тут понаехало наших братьев. Ну, это не я, в офисе стоят. Парень, да я бы с тобой бы хотел поиграть. Пошел ему! Ой, поедет. Там такая бы пушка, бы пушка. Да, защитился. Уходите. Катя, один! Вот, Федя.
Ты оставляешь его постоянно! Ты за спиной не держи игроков, держи их вперед! Ну что он сзади тебя на 30 бит? Вот здесь. Я один. Дай мяч.
блядь, все бухе. Эти вынеси! Пойдем. Thank you.